Иной раз уебаны с синдромом «сначала добейся» заходят, ну, слишком уж далеко. Блин, вышел новый трек моей группы? Что-то он мне вообще не понравился, какое-то уже говно пошло у них. Слышь, «сначала добейся», знаешь, как сложно треки сочинять? Придумай свой хотя бы. Побывал в вашем городе? На самом деле, мне он как-то не понравился, даже я бы сказал, город разочаровал. Слышь, построй свой, мы посмотрим на тебя, сначала добейся. Блин, на фото этот турник казался мне таким большим и просторным, а он узкий и трясется, что-то турник говно оказался. Слышь, завари свой турник, сначала добейся. Новый белый твикс какой-то на привкус, как, блядь, говно. Блин, вообще такая херня. Слышь, сделай свои шоколадочки. Давай нахуй, сначала добейся. Блин, пидоры, такие пидоры. Они меня так бесят, блядь. Слышь, ты бы знал, как сложно долбить мужика в рот и в попчанский. Сначала добейся. Как по мне, это абсолютно такая же тема, как и с теми же, кто и пишет что-то типа... Это так нелегко, у тебя даже такого уровня нет, добейся, а потом критикуй. Не нужно быть поваром, чтобы оценить блюдо.